Привет, друзья! Сегодня буду готовить китайские колбаски для жарки в кантонском стиле. Я не специалист в китайской кухне, поэтому я совершенно не понимаю, что в этих колбасках кантонского, но мне понравился их состав, хотя я немножечко его изменил под свой вкус, и сегодня этим рецептом я с вами поделюсь. Основа колбасок – свинина. Это может быть шея, а может быть, как у меня, бескостный карбонат, ну такой полужирненький. Дальше. Соль берем 30 грамм. И по 60 грамм рисового уксуса, свежевыжатого апельсинового сока, меда, соевого соуса и 60 грамм воды я беру для того, чтобы развести мед. Измельчаем мясо на мясорубке со средней решеткой. Набивать колбаски будем в натуральную свиную оболочку. Для этого ее необходимо предварительно замочить. Заливаем оболочку водой и оставляем, ну, где-то на 5-7 минут. То есть, пока будем заниматься фаршем, она как раз будет готова. Друзья, мед я развожу в воде. В оригинальном рецепте воды нет. Там большее количество рисового уксуса и соевого соуса. Но я решил их уменьшить и добавить воду. Так, сейчас я всю нашу жидкую составляющую сливаю в один стаканчик, перемешаю, добавлю сюда соль, хорошо размешаю и буду вымешивать фарш. Я буду вымешивать в тестомесе в своем. Можно вымешивать вручную. Вот что интересно в этом рецепте, что чем он мне понравился. Здесь нет острой составляющей. То есть соль, есть сахар, есть кислота. Но совершенно нет ни перца, ни чеснока, ничего. Поэтому мне эти колбаски показались интересными. Я их сделаю и думаю, они будут очень классно идти с каким-нибудь острым соусом. Поскольку это колбаски для жарки, нам не надо ничего специально сильно вымешивать. Нам достаточно все просто хорошо перемешать. Загружаем мясо в емкость шприца. Разумеется, если у вас нет колбасного шприца, это не значит, что вы не можете сделать такие колбаски. Конечно, можете. Берите специальные насадки на мясорубку, которые идут в комплекте, и набивайте через мясорубку. Я, например, лет 5 или 6 набивал через мясорубку, и очень здорово все получалось. Так, ну вот оболочку я надел на насадку, завязываем кончик и начинаем набивать. Формируем колбаски где-то, ну, длиною 10, 12 или 15 сантиметров. Ну, вот такой колбаски достаточно. Перекручиваем и следующую. Ну что ж, друзья, вот столько колбасок у меня получилось. Эти мы пожарим прямо сейчас, а эти возьмем на дачу, будем с друзьями веселиться. В рецепте написано, что жарить эти колбаски надо на арахисовом масле. У меня арахисового нет, поэтому я буду жарить на кокосовом. Обжариваем колбаски с одной стороны, переворачиваем на другую и накрываем крышечкой. И убавляем огонь, чтобы они дошли до готовности. Колбаски готовы. Специально для них я сделал острый соус. И сейчас буду пробовать. Так, попробуем колбаски в кантонском стиле. О! Макаем в соус. Соус действительно острый. Колбаски, друзья, получились фантастически вкусные. Вот именно в тех пропорциях ингредиентов, как я сделал, у меня получилась и легкая нотка цитрусовых, небольшая сладость присутствует, кислинка и соль. Вот просто все в меру. И с острым соусом это просто бомбические колбаски получаются. Пробуйте, делайте, вам понравится. Ну что ж, друзья, пока-пока, до новых встреч. Живите вкусно, готовьте вкусно. И пусть у вас все будет хорошо. Пока! Thank you.